Ну что ж, всем здорова, с вами Тейшерк, и я продолжаю прохождение игры Little Big Planet 3 для консоли PlayStation 3. Сегодня я записываю без Вовы, так как если я буду уже записывать с ним, то прохождение растянется где-то на года два. Мне это не надо. Причина не в Вове, а просто потому, что иногда бывает время не совпадает, учитывая то, что разница во времени 3 часа. Ладно, открой компьютер, играть, приключения. Главное, чтобы ты не зависла. Такс, давай. Здесь пролог. Я же тебя вроде прошел. Ну просто не все собрал. Книга первая, Гнилливуд. Завершено 47%. Ну, знаете, так неплохо. Вот я вот курсор спрячу, а то вот снова получится так, то что его не видно. Так, это я прошел. Это я прошел. Значит, куда мне ракету? А, нет, это я прошел. Ну куда мне тогда? Я туплю. Вот, смотрите, это я прошел. Ничего, получается, не стоять. Не, я серьезно туплю, куда мне? Это я играл. Ладно, что-то как-то странно. 56%, подробнее. Об этом эпизоде. Нет, все-таки я тут прошел, у меня даже есть. Вот, я серьезно туплю, куда мне идти? Или вот... Ладно. Давайте-ка отправимся сюда. Потому что, по-моему, тут еще должно что-то быть. Нет, играть в одиночку. А звук игры вообще слышен? Нет, серьезно. Обводим все контуры ручкой. Окей, допустим. Так, не забудь, мы рекомендуем наводиться, блин, знаете, этот тюнер все-таки слегка мыльный, и мне не видно, что там толком написано. Ладно, наведаться с новыми полезными предметами в уже посещенные зоны. Мало ли что еще там отыщется. Да, это намек на то, что разработчики постарались сделать кое-что новенькое, потому что я не помню, чтобы в Little Big Planet было такое, типа, ты получил способность новую, но есть старые эпизоды, в которых ничего этого нету. Так, снова эта фигня. Так, молодец, я это пропустить не могу. Ну-ка. А вот со звуком я все-таки хочу посмотреть. Нет, все-таки он не настраивается почему-то. Я не знаю почему. Crypts of Horror. Ах, да, я вспомнил. Тоже будет еще один эпизод. Блин, как же я мог забыть? Ну, правда, я давно в нее не играл. Такс. Он вибрирует, мне это не нравится. Эх. Знаете, я слегка отвык записывать с комментариями, так как у меня тут микрофон пропал. Не, серьезно, он говорит очень тихо. Меня это напрягает. Ладно, перейти в следующий эпизод. Блин, что ж я хотел сказать? А, ну так вот. Я записывал Five Nights at Freddy's без комментариев. У меня где-то уже около 80 подписчиков из-за этого прибавилось. Но я не считаю это плюсом, так как подписчики в основном не русские. И просмотров с моими комментариями, так как я говорю по-русски, по-русскому будет очень мало. Время мусор из карманов. В том, в чем я сейчас сижу перед компом, вообще карманов нет. О, декорации для пинбола в тумане. Классика. Классика. Ступай осторожно. О, это пропустить можно. Не, я понимаю, конечно, это, скорее всего, важность по сюжету, но мне надоело смотреть это. Принимаем нагрузку. И знаете, такая надпись? Загрузка. Пух. Вот серьезно, вот эти вот иногда просит... Блин, как сказать? Зависания меня напрягают. Такое ощущение, что игра зависла. И я этого боюсь, потому что у меня уже был опыт вот с этим. То есть просто загрузка зависла на одном месте. Вау. Вот для меня, честно говоря, это по-новому геймплей. Повторюсь, я в эту игру никогда прежде не играл. Я вот хочу все-таки зайти в параметры. Может, все-таки как-нибудь со звуком кто-то настраивается? Просто мне как-то неудобно. Нет, все-таки ничего не настраивается. Ой, все-таки это настраивалось в главном меню. Ладно, я как-нибудь уже в монтаже это все настрою. Чтобы перейти на бег, отклони левый джойстик в нужную сторону. Ого, какой ты прыткий! Ай-яй-яй. Это прикольно сделано. Вообще, уровни в этой части мне нравятся. Ты можешь отталкиваться от стен. Оба-на. Вау. Отскоки от стен. Действия, когда касаешься... Это я слегка с экраном тупанул, он у меня слегка вылезает. Надо будет поправить. Но не сейчас. Уже слишком поздно.
Да, это реально пинбол. Правда, я ненавижу пинбол. И уровни, допустим, вот такого типа мне не нравятся. Хотя нет, вот именно такого типа сейчас мне нравится. Я ненавижу, допустим, казино. Когда вот, казино я реально ненавижу. Отклони левый джойстик. Ты сразу Соника вспомнил. Да, вот зонс в казино с Соники, это вот нечто. Их там дофига. Воу. Блин, мне кажется, я там не собрал. Ладно, пофиг. Мне, кстати говоря, можно наклейки забить, так что... Так как я, скорее всего, не буду ничего собирать. А вот это уже была подлянка. Ах ты! Ладно, пытка номер два. Все, отлично. Так, 7430. Уровень очень прикольный. Оба-на. Только мне кажется, я с этой частью слегка припозднился. С моментом выпуска. Окей. Не ждал. Ай! О, спасибо. Ну так вот, с момента выпуска этой части ушло 3 недели. Так что пора, наверное, сделать упущенное. Я, скорее всего, буду сидеть сейчас под компом. Ебать, блин, я к этому не привыкну. Ай, да ладно. Не, я в эту игру сейчас жестко. Или как сказать, я в этой игре жестко люблю. Так, стоять, я все-таки подожду. Мне вот это сейчас вот чем-то Рэмина напоминает. Просто бежишь, отталкиваешься от стен. Окей. Стоять. Ай. Мне даже как-то стыдно. Это последняя смерть, которая мне доступна. Фак. Ладно, буду осторожен. Я все-таки подожду. Давай, чекпоинт. Нигде. Где чекпоинт? Так, стоять. Отлично. Блин, а где чертов чекпоинт? Мне страшно. Одна смерть еще, и мне хана. Прям 100%. Он чекпоинт, ну до него еще фиг дойдешь. Ай. Погнали. Давай, давай, давай. Есть. Я живой. Блин, это, по-моему, первый случай у меня в Little Big Planet, где жизни практически не осталось. Это для меня что-то новенькое, так стоять. Да дай ты мне эту звездочку. Есть, все. Такс. О, наклейка. Кстати, а какие-нибудь раскраска для отска есть? Так, стоять, я даже это делать не хочу. Нет. 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 Давайте касаем вот это. Оденем вот это. Ладно, вот так вот оставим. Ладно, это смотрится очень странно. Ну пофиг. Не люблю стандартные. Так, наклейка! Есть. О, да. И я что-то сразу вспомнил Реймана, Крэша там. Короче, все игры, где вот так вот отталкиваешься от стен. Капец. Такс. Отлично. Такс. Как тут-то? А, понял. Спасибо. Мне кажется, тут 100% что-то будет. Такс. Отлично. Ой. Окей. Не привык еще к этому. Такс, давай. Так, да прыгай. Почему ты не прыгаешь? Оп. Все, теперь я думаю справлюсь. Просто бежать. Фак. Ну да, естественно. Так, оба-на. Я же не тут начинал. По-моему, чекпоинт я успел захватить. Ну ладно, допустим. Мне это нравится. Или же меня вышвырнуло куда-то раньше. Я, конечно, не эксперт. Но, по-моему, туда можно пройти. Так. Оу, oh, е. Yeah. Вот это я понимаю. Такс. Отлично. Так. Оп. А тут есть кое-какая... сложность. Оба-на, я вылетел. Вот это да. А, я, конечно, знаю, как ее можно было собрать, но уже поздно. Так. Где там она? Все. Чекпоинт. А,
А, куплю. Когда там конец уровня? А то я уже 10 минут это прохожу. Капец. Не, с этим пора что-то делать. Надо уже как-то по быстрому уровню проходить. Значит, растянется вообще минут как на 50. Мне это вообще не надо. А, вот, как раз уровень пройдет. Отлично. 81%. Ну, для первого раза неплохо, я скажу. Фух. Так, терпение — залог успеха. Ну, отчасти да. Так, сетевые задания. Как раз то, что нужно компании отважных искателей приключений. Если вспомнить то, сколько бреда я набрал в сетевом режиме, я имею в виду вещей, то ну нафиг, поверьте мне. Причем этот бред отчасти не работал, так как у меня отсутствовало несколько DLC-шек. Не, даже куча DLC-шек, потому что я те DLC-шки там популярные с Бэтменом, Железным Человеком, я что-то не купил, мне что-то не захотелось. Я купил там костюм Слая, Рэтчета, короче, в игры, которые я привык играть. Эх. Поскорее бы уже загрузка прошла. Я не знаю, что сказать. А, ну, в общем-то, спасибо. Ах, прощальная сцена. Трогательно до слез. По-моему, этот чувак под кайфом. Иди через мост к Зиккурату. Там встретишься с новым партнером, могучим Тоглом. Здесь ты можешь сменить амплуа. Об этом любой актер мечтает. Что это следующая такое? Остановка Зиккурат. Там ты найдешь Тогла. Все, понятно. Он актер, что надо. Маленькие роли, большие роли, ему все. Не, знаете, я хочу им слегка побегать. Да мне там бегать? А, мне сюда. Вот зачем я хотел тут побегать. Потому что мне... а как туда? Не, ну это уже подлянка редкостная. Ладно, пофиг. Вот почему здесь нужно было за отсок играть. Его же отсок зовут? Или отсок? Короче, неважно. Ого. По-моему, это, кстати, для него более часть. Ну-ка. Оба-на. Да, я был прав. Вот это как-то прикольней. Из раскрасок ничего нового нету. Вот рот, прикольно. Давай. Усы. Нос Робосока. Это очень похоже на нос Рэтчета. Знаете, мне сейчас он чем-то... Не знаю, какого-нибудь там пришельца из Лило и Стич напомнил. Вот реально. Вот давай еще раз поближе как-то. Во. Он тоже умеет менять расстояние. Настроение. Реально смешно. Ладно, погнали. Да ладно. Шлифуем, полируем. Что бы это ни значило. И снова загрузка. По-моему, мой тюнер реально скоро сдуется. Потому что он уже какие-то ряби начал выдавать и так далее. Мне это не нравится. Эх. Шлифуем, полируем. Шлифуем, полируем. А. Не, я уже реально не знаю, что сказать. Я записываю 13 минут, и я уже, знаете, разучился комментировать. Так, так, так. Рад тебя видеть, дорогой друг. Собачку выгуливаешь, да? Как поживаю, я скоро стану самым великим творцом во всей сфере воображения. Спасибо за вопрос. Да, все остальные останутся ни с чем, но лес рубят, щепки летят, не так ли? Ух, я вижу, ты против. Очень жаль, что мы не можем остаться друзьями. Вот только гляньте на эту улыбку. А, я понимаю, сейчас будет босс. Серьезно, у меня такое ощущение, что сейчас будет босс. И еще куча-куча катсцен. Приводим все в порядок. А, 5.25. А вы пробовали развиться как дельфиник? Чтобы выпрыгнуть из воды, переключитесь на большого Тогла, на малютку Тогла. Да, окей. Не, серьезно, у меня в тюнере вот эти буквы, и, скорее всего, вы тоже это видите. Короче, настолько яркие, что их... Ну, короче, они сливаются с этим фоном, и их прочитать практически невозможно.
Цвет камера мотор. From the Black Swamp. Swamp? Нет, я забыл. Я забыл, по-моему, Swamp это не то, что я подумал. Что мне с этим делать? Окей, думаю, я допер. Еее, я понял. Я крутой. А босс достаточно интересный. Такс. Аккуратней. Ага, понятно. Оп. Молодец. И два удара есть. По-моему, у каждого босса 5 ударов. Насколько я помню. А что теперь? Так, аккуратно. У меня неплохо получается. Вы знаете, я не удивлен. Как только я скажу, у меня неплохо получается, я сразу начинаю тупить. Так, давай. Что бы это ни было. Обана. Так. Ух, промазал. Так. Есть, нажал. Получил. Не, по-моему, босс легкий. Оба-на. Так, так. Слайди, там еще этого дерева толком не видно. Есть. Получилось. Я умер пока что только один раз. И лучше бы это сплюнуть. А, тихо, я подпалил свой зад. И отсок стал на две лапы. I'm cool. I know. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Получаем. И это еще не все? А, нет, это все. Круто. Ты победил Титана. Эх, а я доволен. Я очень с собой доволен. И, по-моему, сейчас должны, по сути, перейти в следующую локацию. Я очень на это надеюсь. Шлифуем, полируем. Опять, что бы это ни значило. Я молчу, потому что реально не знаю, что сказать. Потому что сейчас просто будет кат-сцена. И типа, что произошло? А, мы его заперли снова в консервную банку. Боже мой, у меня так смешно зубы светятся. Отцок, какой камбэк? На 5 с плюсом. Один акт сыгран, осталось еще 2. Второй герой находится где-то в зиккурате. Нашем великом храме креативности. Очень напоминает Кремль. Эта дорога ведет туда. Метрополит, самый главный чувак в зиккурате, тебе поможет. Скажи, пусть поможет, а я ему дам автограф. Я за то, чтобы с этим парнем больше никогда в жизни не встречаться. Он меня раздражает, причем очень сильно. Выжимаем максимум. Я на данный момент выжимаю максимум только из тюнера. Потому что я посмотрел у других людей, тюнер дает просто ужасное изображение. У меня как-то еще более-менее нормально. Так что, считай, я из него выживаю максимум. Конечно, можно попробовать еще несколько наложить фильтров на видео, там, эффектов, резкость там и так далее. Так, все, эту зону я завершил. И сейчас мы переходим в следующую локацию. Только тут еще какие-то неизвестные ролики мне. Я не знаю, как разблокировать, но, в общем-то, это не важно. Я в основном всегда прохожу только сюжет. Так, загрузка. Не включайте игровую компьютерную систему PlayStation 3. А как я тут уже умудрился пройти 23%? Я что-то не понял. Ладно, допустим. Знаете, серия 20 минут, так что довольно-таки неплохо. И на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей серии. До скорого.